Юджины. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в очень прикольную игру, как мне показалось, которая называется... Простите, я забыл сделать приветственное дружелюбное лицо. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы играем с вами в игру Who's Lily. Короче, эта игра сразу же заинтересовала меня, как только я ее увидел. Во-первых, своей стилистикой. Во-вторых, уникальным геймплеем, которого я еще не встречал. Помимо того, что это point-and-click адвенчура, у нее есть одна очень интересная особенность. Вы сейчас ее увидите. Мы просыпаемся. Вот лицо нашего протагониста, а вот его... собственно, тело. Для меня очень трудно выражать эмоции. Я завидую другим людям. Они очень натурально делают лица. Лица делают. Делают мимику. Но мне каждый раз приходится принимать осознанное решение, как двигать свои мышцы лица. Каждое утро я иду в ванную, чтобы отрепетировать, каким будет мое лицо сегодня. Вы понимаете, это игра о человеке, который не знает, что такое эмоции. По сути, это о психопате. Ведь... то, что, по крайней мере, я читал о психопатах, это то, что они лишь имитируют эмоции, они их по-настоящему не испытывают. Итак, мне нужно пойти в ванную. Ванную, наверное, вот это. Чтобы отрепетировать, что за лицо я сегодня покажу людям. Я же не могу показать вот это лицо. Все будут казаться, что мне очень скучно. Возможно, вы сейчас смотрите видос с таким лицом. Если так, то, скорее всего, вы психопат. Потому что обычно нормальные люди смотрят мои видео вот так. Когда я вижу миссис Хатчинс сегодня, она спросит, как я, как и каждое утро. А я отвечу, хорошо, спасибо. Так, мне нужно Посмотрите, мы сделаем вот такое лицо. Мы должны показать ей, что у нас прекрасно все. А? Вы улыбнулись. Вот так она сразу поймет, что все отлично сегодня и ничего не заподозрит. Когда я вижу мертвую собаку на улице, я сделаю лицо отвращения. Фу. И немножко удивления. Как-то так. Вы выглядите отвратительно. А, отвращенными. Мне очень нравится эта игра. Это вот... Видимо, это подошло. Если какой-то странный чувак подойдет ко мне в магазине, я отпугну его. Я сделаю злое лицо. Окей. Зло. Надо еще глаза вот так. Вы сделали злое лицо. Я думаю, по такому лицу вы сразу поймете, что... человек очень зол. Запоминайте, если кто-то из вас не умеет выражать эмоции по-настоящему, и, кстати, реально напишите об этом в комментариях, это не для того, чтобы я там осудил вас и так далее, мне просто интересно, реально есть такие люди, которые не испытывают эмоций вообще всю жизнь? До такой степени, что вам приходится делать вот подобные лица, репетировать их. Если я обнаружу, что мой заклятый враг умер, я сделаю... Победное лицо такое. Да, ухмылка такая. Как Дюк Нюкем. Вы выглядите отвращающе. Что? Не то, что я хотел сделать. А, бывает иногда осечки. То есть я... А что я должен? Что я должен делать? Просто улыбку? А, вот улыбка. Так мы радуемся, когда наш заклятый враг умирает. Это что-то вроде оргазма внутреннего. Да. Не нужно скрывать это. Если кто-то застанет меня врасплох неожиданным звонком, то я... я не ожидал. Типа... родители звонят, а я гуляю уже допоздна. А мне не разрешали. Вы сделали грустное лицо. Может быть, еще раз попробовать? А, это не то. Меня кто-то... Да, меня застукали. Челюсть отвисла. Да, да. Вы напуганы. Не то.
Что ж, как сложно подбирать себе лица. Может быть, просто немножко вот чуть-чуть такой вот так, оп. Вот. Вот! Это лицо удивленное. И так я буду делать, когда мне будут дарить подарки на день рождения. И если еще раз увижу того самого прячущегося в бойлерных, я буду бояться. Вот, страх. Типа это вот так? Как Евгений представляет себе страх? И ноздри вздуты. Так, я удивлен. Погодите, нет. Страх, как же я сделал его до этого? Я до этого сделал, было хорошо. Давайте зафиксируем. А, черт, я скипнул. Я думал, мне снова попросят сделать это лицо. Но нет, он сказал, что мне нужно выбросить мусор перед тем, как идти в школу. Стоп, я что, это ученик или учитель? Давно там не появлялся. Выбросите мусор. Я так понимаю, мы будем всегда наблюдать наше лицо. Как наш персонаж реагирует на что-либо. Ну, он на все реагирует вот так. Но мы будем видеть, возможно, мы сейчас задали его лицевые параметры на всю игру. Так. Это нам не нужно больше. А что это такое? Я не знаю, что это. Вы записку получили. О, так. А, у нас есть записка, как делать какие-то лица. Радость, печаль, гнев, страх, отвращение и удивление. Все, спасибо, я буду знать. Как сложно без таких пометочек. Нам нужно выбросить мусор. Звонок. Мы делаем удивленное лицо. Видели? Видели, он сделал его, но не такое, по-моему. Я сделал более удивленное, как мне показалось. Так, а что звонит-то? Стационарный или мобилка? Конечно же, мобилка. Какой год сейчас на дворе? Слабо. А. Почему до сих пор здесь? А, это же кнопочный телефон, да, естественно. Эй, чувак. Почему ты не отвечаешь на мой телефон, который я дал тебе? Короче, ты не слышал? Отец Лоуренс погиб. Встреться со мной на станции. Окей, отец Лоуренс погиб. Так, это хорошо, это мой злейший враг, это грусть меня вызывает, а вот и телефон. Лила, пожалуйста. Голос? Я умоляю тебя, пусти меня обратно. Черт, мы играем каким-то просто стрёмнейшим маньяком. Ну ладно, давайте пойдем вот сюда. Это что, это моя кухня, что ли? Это моя кухня. Вы нашли мусорный мешок. Отлично. Окей. Пойдемте вынесем мусор. Это что такое? Таня Кеннеди. Пропала. Это меня не вызывает никаких эмоций. Как и смерть отца Лоренса. Не удивлюсь, если это я ее похитил. Это кто, консьержка? Миссис Хатчинс. Во-во-во-во. Привет, дорогуш! Здравствуйте, миссис Хатчинс. Да-да-да-да-да. У меня все хорошо, у меня все хорошо. Вы улыбнулись. Чё так поднялся рано? А просто выбросить мусор, миссис Хатчинс. Возле мусорки было очень много ворон. Ужасные создания. Я пойду, миссис Хатчинс. Береги себя, дорогой. Фух, мы сделали правильное лицо, она ничего не заподозрила. А, да и правда много ворон. Грязная ворона. Я не буду пытаться ее отпугнуть. Я люблю ворон. Что ж, я готов идти. Теперь мне нужно сесть на автобус до школы. А где школа-то? Какие здоровые вороны.
А, вот остановка. Куда? В школу? Понеслась. Мы здесь. Я так понимаю, вот это и есть школа. Погодите, а это что такое? Это что такое? Непонятно. Давайте зайдем в школу. Это, походу, школа, да? Сто пудов. Оу, здесь жутковато. Студент, да, вот. Вы видели полицейских снаружи? Что это там происходит, интересно? Я даже не ответил ничего. А, что это? Тут всякие награды, видимо. А это кто такая? А это Таня Кеннеди. Выиграла диплом, видимо. Не диплом, а грамоту почетную. Здрасте. Когда-нибудь я тоже получу награду. Я просто знаю, что я должна. Почему девочки, как Кеннеди, все время получают это так легко? Или как Марта Дженнингс? Ладно, пойдемте дальше. Мы точно преподаватель. Закрыто. Вот, Таня Кеннеди. Закрыто, нам надо как-то открыть. Здравствуйте. Опа, человеческое лицо наконец-то. Регина Холмс. Уилл? Это ты? Всем привет. А, смотрите, улыбается. Это я, Уилл. И это Джимми. Какого черта ты тут делаешь? Джимми говорит. Джимми, подожди. Уилл, где ты был? Где Таня? Вы даже не замечаете, как ваше лицо вытягивается в тупую ухмылку. Ой. А, Таня, нет. Таня, я не знаю, вот спокойное лицо. Нет, я отвращение. Вот, я не знаю. Вы улыбнулись. Это же видно, что я не виновен. Я не шучу, Уилл. Она не отвечает на свой телефон. Ее даже нет дома. Блин, это мы ее убили сто пудов. Ее мама звонила нам. Мне кажется, тут уже замешана полиция, потому что Марта сейчас в кабинете директора. Так? Вы удивились. И это очень странно выглядит. А, надо было сделать спокойное лицо. Да-да, Джимми говорит. Слушай, чувак, я знаю, что мы не так часто время проводим вместе в последнее время, но нам очень нужно понимать все, что ты знаешь о Тане. Не будь таким прямолинейным, пожалуйста. Ну да. Мы очень волнуемся за нее, Уилл. Пожалуйста, можешь сказать нам, где она? Я, честно говоря, я не знаю. Я нервничаю. Почему вы вообще думаете, что я с ней проводил время? Марта известна выдумыванием всякой фигни. Это неправда. Поаккуратнее с обвинениями. Послушайте, ребята, почему вы так беспокоитесь об этом? А, почему? Так, давайте, ну, мне грустно. Да не надо мне тут лицо своей ухмылкой, мне грустно. Вы напуганы. Да, я не это хотел. И это выглядело очень неискренне. Ты сам себе веришь? Мы знаем Таню гораздо дольше, чем ты. Она не такая, как ты сказал, знаешь ли. Все с этим лицом. Может быть, вам надо остыть и позволить ей жить своей жизнью, чувак? Может быть, тебе нужно перестать придуриваться и сказать нам, где она? Джим. Ну, вы разве видите, что у меня лицо немножко грустное местами? Немножко напуганное, немножко отвращенно, и здесь она просто даже немножко гневно, я бы сказал. А где Марта, кстати? Это неважно, козел. Джим, директор хотел увидеть ее. Поэтому, Уилл, ты говоришь, что ты не знаешь, где Таня, правильно? Нет. Так, Марта у директора сейчас? Мне кажется, он уже закончил с ней.
Биг Грейвс сказал, что он виделся с ней на крыше. А, и еще. Он хотел и повидаться с тобой тоже, кстати. Короче, как насчет... Хорошо. Я пойду тогда. Эй, погоди минутку. Уилл, постой. Найдите классную комнату Марты. Вот, наверх надо. Простите, ребята, очень занят. Очень занят. Как понять? Марта, это ты? Элли Купер. А, привет. Эй. Простите, мы знакомы? Стоп, разве ты не был на вечеринке? А, на вечеринке Мэтта. В прошлый понедельник. Мы там говорили, помнишь? Она, видимо, имеет в виду вечеринку, которая была в Firefox, на улице Firefox 29271. Вы были там, но вы не помните, кто она такая. А, да, я тебя помню. Конечно. Нет, не переживай. Закрой ротик, все в порядке. Глазки, да, влюбленные такие. Вы сделали грустно. Это грустное лицо? А, ты уверен? Тогда как меня зовут? А, Лора Хейвард. Обычное лицо. Лора Хейвард. Ваше лицо осталось неизменным. Это выглядело странно. Что? Нет, чувак, это... Меня зовут Элли. Ничего страшного, если ты не помнишь. Но зачем ты солгал? Прости. Я же сказал, все в порядке. Ты что-то хотел? Нет, я... О! Нет, не делай это лицо! Блин, я что-то пропустил то, что было написано. Элли немножко выглядит в ахере. Извините, я... Мне неудобно, некомфортно говорить с тобой. Можешь, пожалуйста, уйти? Хорошо. Вы чувствуете, что вы не узнаете, где Марта. Где кабинет Марты. Но у вас нету других вариантов, поскольку это демо, поэтому попробуйте снова. Ха-ха-ха, мне очень понравилась эта игра. Офигительно. Я честно не знаю, друзья, буду ли я проходить эту игру полностью на канале. Но, тем не менее, напишите свое мнение. Может быть, если там прям пипец как вам зайдет, мы пройдем ее до конца полностью. Ну, а на сегодня все. С вами был Юджин. Огромное всем спасибо. До свидания. Всем пять.